Основные задачи Центра электросетевых услуг, работа которого построена по принципу одного окна, упростить взаимодействие потребителей с компанией, сделать его максимально комфортным и понятным, ускорить оформление документов и избавить от лишних финансовых затрат. Теперь все эти услуги можно получить в современном офисе, который находится в самом центре советского района Брянска. Любой гражданин Брянска, области или города Брянска, обратившись в данный центр или по телефону, который круглосуточно работает, горячая линия по этого центра, или непосредственно придя в этот центр, он получит полный объем услуг электрообеспечения, электроснабжения, который может представить Брянский электро. Городской центр электросетевых услуг – это лишь маленькая часть общей программы повышения надежности и качества электроснабжения, которую реализует правительство Брянской области совместно с компанией «Брянский электро». Надо переходить к развитию и разработке энергосистемы 6-10 кВт, а и 0,4 кВт конечных потребителей, то есть тех воздушных линий, которые проходят по нашим с вами территориям. Об этом, а также о других путях решения проблем энергообеспечения, энергоэффективности и энергосбережения говорили специалисты отрасли региона и главы муниципальных районов области за круглым столом. Обеспечение электрической энергии, с одной стороны, конечно, это зона ответственности органов местного самоуправления, но с другой стороны, сами сети, сами подстанции, сами кабельные воздушные линии обслуживаются нами в рамках тарифа регулирования. В этом вопросе мы получаем очень большую поддержку правительства Брянской области, лично губернатора Брянской области. За два с лишним часа участники круглого стола обсудили множество неясных и спорных моментов во взаимоотношениях энергетиков и представителей власти. Игорь Умаров, Максим Кузнецов, события Брянск.